Всем привет! Сейчас 5 утра, и я почти одета, собираюсь ехать в дорогу. У меня будет путешествие для себя, можно так сказать, день для себя. Оставайтесь со мной, я покажу и расскажу, куда я еду и зачем. На вокзал еду на своем авто. На улице иней, а я с голыми ногами. Смотрите, как красиво. Ради такого стоит просыпаться к рассвету. Супер. Ну что, я думаю, вы догадались, где я. Я во Львове. Я приехала сюда не только погулять. Дальше будет, и дальше я вам покажу и чуть-чуть расскажу, почему я сюда приехала. Кто на меня подписан в Инстаграм, тот, наверное, будет знать это в первую очередь, так что подписывайтесь. И что я могу сказать? Во Львове тепло, вкусно пахнет, и как всегда, красиво. А вот два заведения, которые я вам рекомендую. Мишли-бар и 36О. Это очень вкусно и красиво. Если зайдете, вам понравится. Да, я знаю, что вредно, но я не могу держаться, я же во Львове. Ну как быть во Львове и быть без солнышка? Я обожаю вафли с мороженым, ну это просто мега вкусно. Ну не очень полезно, правда. Гуляя по Львову, кушая вкусные вафли с мороженым, я понимаю, что вот такие даже маленькие-маленькие поездочки в любимые места, в любимые города, может быть, села, может быть, просто на природу, может быть, просто даже никуда далеко не уезжая, а у себя в городе выехать, ну, я тоже часто так делаю, просто к берегу Днепра с кофе, моральный отдых, поэтому я кайфую. Вот я не знаю, но я люблю гулять одна. Мне очень нравится проводить время сама с собой. Это прикольно. А сейчас я иду, снимаю сама себя, и на меня смотрят люди. Им так странно. Странно это выглядит для некоторых.
кулисами. Да, когда-то я помню, я была моделью. А теперь я репортер. А путешествие Люсьен началось вот с этих чемоданов. Она собрала чемодан и поехала к бабушке. Знаете куда? В Нью-Йорк. Я у Олега спрашиваю, говорю, откуда у тебя такая идея? Люсьен — это потому, что у него жена Люся. Вот, поэтому как бы это путешествие любви, и вообще эта коллекция такая легкая, воздушная и слегка влюбленная. Вот поэтому очень как-то так вдохновилась я, глядя на коллекцию на показе. Мне очень понравилось. Сейчас жду, пока Олег освободится, и хочу позадавать ему вопросы. Такое будет интервью. Я просто с Олегом очень давно знакома и захотела познакомить вас с ним. Это такой мой день выходного дня, где я решила день посвятить себе и приехать во Львов на показ Олега. Мы знакомы, наверное, уже больше 10 лет. Когда-то вместе, можно сказать, что работали. Я жила в Харькове, работала главным редактором журнала. А Олег в тот момент, он дизайнер, он предоставлял мне одежду, в которой я фотографировалась для своей колонки. Как главный редактор, ну, есть своя колонка, я там писала на месяц ближайшие свои мысли, и вот была фотография в его одежде. И у меня до сих пор есть сарафаны, юбки. Кстати, на показе был корсет, который есть только у меня, и вот здесь сейчас был на показе, поэтому это очень круто. Лайфхак, как сложить пиджак, чтобы он не помялся? Если вы путешествуете. Вообще, я не знала. Все, и вот так вы укладываете. Так, Олегу лайк. И, кстати, это видео «День со мной», но кто хочет побольше узнать про Олега, про то, как мы познакомились, про его офигенную коллекцию, смотрите видео до конца, потому что я вставлю его интервью в самый конец. Обязательно напишите мне в комментариях, досмотрели ли вы видео до конца с интервью Олега. А вокзал во Львове ремонтируют, поэтому надо обходить. Все, я после показа довольная, счастливая, еду домой. День для себя я провела просто потрясающе. И возвращаюсь домой. Завтра мне надо Доминику отвезти в школу. Потом я поеду на МРТ. И потом у меня много-много разных дел. И будут другие новые влоги. Спасибо, что этот день провели со мной. Вокзал во Львове очень похож на ЖД-вокзал в Лондоне. Крыша есть, и там часы. Я не успела заснять. Ну, такой маленький-маленький кусочек. И все. Я свой влог заканчиваю, а вы, если хотите посмотреть интервью с Олегом, оставайтесь. А кто не хочет, ставьте просто пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Впереди ждут новые видео. Мотор, камера, поехали! Поехали, привет! Это Олег. Я, кстати, на самом деле, я говорю, Олег, а как мы познакомились? Я реально не помню. Я помню, что была красивая девушка в белоснежной шубе. Я помню, что я хотел, чтобы она рекламировала мою одежду. Я помню, что... это было здорово. Да, только я, например, не помню, как мы познакомились. Я знаю, что я тогда работала в журнале. Я думаю, что я подстроила знакомство. Да? Да. Я помню, что я приехала к тебе в студию, тогда в ателье, да. И ты предложил сотрудничество, да. Но я не помню, как ты вышел на меня тогда. Ну, увидел тебя и решил выйти на тебя. Вот. Если мужчина чего-то хочет, он добивается. Вот так вот мы начали сотрудничать. Я вам уже рассказала, как именно. Вот. И у меня есть, я вам видео показывала, несколько вещей от Олега. Сарафан, юбка, корсет, блузка. И они у меня, кстати... Кстати, эти вещи, они из моды не выходят. Ну вот. Спасибо. Реально. Не, ну это правда.
и качество, то есть натуральной ткани. Что ему подойдет? То есть как он, как цветок, должен расцвести? Если это девушка, если это женщина. То есть я подбираю эти краски. Ну, ты как бы обрамляешь. Да, класс. Диамант. Свою одежду, это прикольно. Расскажи про историю. Ой, мне так понравилось. Я в Инстаграм, подпишитесь обязательно. А у тебя есть Инстаграм? Я заведу. Ругать надо. Инстаграм есть у всех. Кроме меня. Ну, нужен Инстаграм. Круто, я выделился. Ну да, это 24 число. Влог, надеюсь, выйдет 25-го. Ты, наверное, не успеешь завести Инстаграм. Я буду спать. Я уже сказала о том, что в Инстаграм я рассказала чуть-чуть о том, почему я еду во Львов и какая это волшебная коллекция. Нет, я приехала не поэтому. Случайно? Случайно. Я просто случайно оказалась во Львове. Вам утром, да, писала о том, что я еду смотреть на Люсьен. На путешествие Люсьен. Расскажи. Мою жену зовут Люсьен. Эта коллекция посвящена ей. Это путешествие о чувствах, о любви. О том, как важно быть вместе, как важно делать то, чего мы не делаем, то, что мы откладываем, то, что нам мешает. И мы этого не делаем. И эта коллекция об этих чувствах, о том, что я лично постоянно откладываю. Еще в мае, в том мае, я приехал из Рима, встретился с Диной Мухаметовой. А кто это? Это прекрасная музыкант, скрипачка. Да? Она пишет музыку. Она в Харькове? Да, она пишет эту музыку. Она мне дала коротенький отрывок музыки, почти чуть меньше 2 минут. А вот это, который сегодня был? Да, и когда я услышал эту музыку, то, что вначале было, я представил это путешествие, все. То есть у меня начала появляться коллекция. Я услышал в мае, сама коллекция начала рождаться где-то в октябре месяце того года. Да. И в сентябре мне позвонили отсюда, Львов Fashion Week, хотел сделать шоу. Хотел сделать красивое шоу, мягкое, романтичное шоу. Ну, чемоданы, вот, они дали вот такую вот какую-то изюминку потрясающую. Чемоданы, это 2 чемодана нашей семьи. 2 чемодана приехали из Германии, гуманитарная помощь. 2 чемодана нашей подружки, нашей семьи, случайно я. Дома некоторые вещи, как музей. Скажи еще, мне очень понравилось то, что Люсьен, она путешествует к бабушке в Нью-Йорк. Это прям у меня сразу картины, мне хочется продолжения. Да, это история о том, что Люсьен живет в маленьком городке на юге Франции, город Матрик, маленький. Ей исполняется 18 лет, и в день рождения ее бабушка присылает ей письмо и приглашение в Америку, в Нью-Йорк. По какой-то странной причине они никогда не виделись, никогда не пересекались. Люсьен решается ехать, не говоря об этом родителям. Это 75 и 77 год. Нет интернета, ничего. Она едет поездом. Почему не говоря родителям? Извини, что перебила. Просто вот интересно. В семье... Фантазию человека понять. Но так получилось, что семья рассталась. То есть мама... Ее дети, внуки, они не общались по какой-то причине. Ну, я не знаю, по какой причине. И она решается ехать. Она переживает, она волнуется, она едет. После поезда потом пароход. Это коллекция, эти вещи, которые появляются. Это те люди, которых она встречает по пути. Она приезжает в Нью-Йорк, она вообще шокирована, то есть как одевается. Вот такая вот история. Я хочу снять фильм по этой истории. Ну вот ты то, что рассказывала. А меня возьмешь в актрисы? Я буду очень стараться. Я всегда мечтала быть актрисой. Я даже проходила курсы в театре «Черный квадрат». Малевича? Ну, почти. Очень рад, что Аня приехала. Потому что мы действительно давно дружим. Аня участвовала у меня раньше в моих показах. Да, было дело. В моих пробных. Да. Я
фотографировал Аню, и сейчас увлекаюсь фотографией, хочу тебя пригласить как фотомодель. В Харьков, в Нью-Йорк. Лягушка-путешественник. Стоп, а тут поподробнее. Давай, я как бы за. Я позвоню бабушке и все. Мечта. Я позвоню бабушке. Не была в Нью-Йорке? Нет, ты что, я мечтаю в Нью-Йорк. Но мои родственники, предки, они уехали в Америку во время революции. А вот откуда история. Понятно. Не, на самом деле это очень круто. В Нью-Йорк, наверное, хочет каждый. Особенно у меня какое-то, знаешь, может быть из-за фильмов, у меня какое-то такое желание попасть в Нью-Йорк на Рождество. Их Рождество. И мне кажется, это что-то волшебное. Очень рада, что она приехала. Она поддержала меня во Львове. И она очень классная, вы сами знаете. Ну, некоторые там, наверное, меня не любят. Они иногда пишут мне злостные комментарии. Это ж хорошо. Да? Надо этих людей благодарить. Благодарю вас. Нужно их молиться за них. Ну, да, я за всех молюсь. Нет, за них особенно. А, да? Почему? Потому что они обижены? Нет, потому что ты великодушная. Тут великодушная, не великодушная, тебе уже сказали, надо быть просто. Ты какой красивый платье, такое что было. И руки в карманы. И у меня было такое свадебное платье, сколько, 5 лет назад. Ну, не такое, ну, ты понял, да, вот тоже вот такие вот моменты и руки в карманы. Знаешь, о чем я только что подумала? Если я третий раз буду выходить замуж, я, конечно, не планирую свадебное платье. Но пошлишь мне просто сарафан рядом. Да. Все. Чего я об этом подумала, замуж не собираюсь? Я как-то твой этот сарафан. Ну, там же ткань такая. И она как бы, ну, так светится. Я обычно на острова беру, потому что, ну, как бы, пляж, машина в аренде. Да, винный цвет. Да, 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 да. И спина... Голая. Ну, красиво. Это одно из лучших. Правда. Да, вообще материал же шикарный, вообще. Такое ощущение, как будто ты вообще без ничего. Хлопок и шум. И тут такой валан. И я помню, я как-то поехала в отпуск с кавалером. И одеваю это платье, и еще не вышла с номера, светится с окна свет, и видно, что оно как бы светится, оно просвещается. Ну, все продумано, я старался. Меня не выпустили из номера. Я говорю, я одену этот сарафан. Мы поругались, но я сарафан одела. У меня с колготки. Лайк, да. Все.